Сегодня мы с вами познакомимся с ним, и вы сделаете вывод, будете ли вы работать с нами или нет. Итак, меня зовут Карина, я являюсь лидером этого бизнес-проекта. И что же он из себя представляет? Прежде чем я начну рассказ, скажите, пожалуйста, насколько хорошо меня слышно. Давайте от единички до десяти. Как меня слышно, видно? Отлично, отлично, пошла обратная реакция, вижу, да? Отлично, отлично, пошла обратная реакция, вижу, да? Итак, начинаем в интернете. И это такие вопросы, как, насколько это актуально на сегодняшний день? Что нужно делать в этом бизнес-проекте и сколько я буду зарабатывать. Итак, построим наш разговор на бизнес под ключ с нуля. Работа в интернете в удобное для вас время. Это быстрый карьерный рост, бесплатно. Простая система, которую может повторить каждый человек. Вам будет идти трудовой стаж. Это будет 17 зарплат в году, а не так, как вы привыкли на обычной государственной работе или работе по найму. 12 зарплат в год в нашем проекте – это 17 раз. Также сюда включен бесплатный отдых за счет компании и такие программы, по которым вы можете заработать автомобиль и дом. Ну, программа «Мой дом» – это для россиян. В Беларуси, к сожалению, этой программы нет, но ничего страшного. В любом случае можно, как говорится, заработать доходы и купить себе дом и в Беларуси. Что же нужно для этого делать? Вам для начала, для старта, достаточно иметь свободного времени 2 часа, свободный выход в интернет, знание компьютера на уровне пользователя, умение пользоваться соцсетями, досками объявлений, желание обучаться, даже если у вас нет на первоначальном этапе даже минимальных знаний, то есть вы не особо владеете соцсетями и досками объявлений, то самое главное – это желание обучаться и получать знания. А также лидерские способности. Если вы чувствуете, что у вас они есть, значит уже 50% успеха вам обеспечено. Итак, вы готовы попробовать? Если вы готовы попробовать, то мы готовы рассмотреть вас на должность по менеджеру по управлению филиалом интернет-магазина в интернет-сети. Что же включает в себя наша работа? То есть что нужно делать? Это второй вопрос, который интересует каждого человека. Ваша задача – обеспечить поток покупателей в интернет-магазин и управлять им. В интернете, вашему интернет-магазину, в соцсетях, на досках объявлений. Также уметь работать с почтой и скайпом и приобретать средства этого магазина. То есть не только включать сюда поток покупателей, но также самим активно пользоваться продукцией личной гигиены, косметическими продуктами из своего интернет-магазина. А также обучаться ежедневно и приходить на обучение в онлайн-режиме. Итак, с чего же мы с вами начнем? Первое, что дает вам работа в нашем бизнес-проекте, это дисконт. Дисконт от компании, где вы сможете приобретать всю продукцию со скидкой от 30 до 50%. Вы можете превратить ваше общение в интернете в доход, и ваши обычные покупки, которые вы делаете в других магазинах, тоже в доход. Вам всего лишь достаточно поменять магазин. То есть в тот магазин, в который вы привыкли ходить за средствами личной гигиены и продуктами здоровья, вам просто нужно будет покупать в своем филиале интернет-магазина. Это первое. Второе. Что же у нас за продукты? Это косметические средства. Согласитесь, зубы чистит каждый человек. Мыло, шампунь.
гели для душа, пена для бритья, туалетная вода. То есть это то, что нужно каждому человеку в обычной жизни. Также есть у нас продукты здоровья. Это витамины мужские, женские, детские, супы, чай, коктейли. То есть все, что нужно человеку для поддержания своего здоровья. Также бижутерия и аксессуары. То есть, опять же, повторю, достаточно поменять магазин, в котором вы покупали свои продукты, на наш интернет-магазин. Второе. Мы должны в этот интернет-магазин подключить других клиентов, других людей, которые будут делать то же самое, что и вы. И неважно, будут эти люди просто дисконт-клиентами нашего филиала интернет-магазина, или это будут управленцы, которые захотят точно так же, как и вы, строить бизнес с нашей компанией. Вам будет обеспечена помощь лидеров, помощь работников и сотрудников интернет-магазина до тех пор, пока вы не выйдете на доход в $1000. И эту помощь будет обеспечивать вам круглосуточно и компания, и лидеры вышестоящего уровня. Мы даем рекламу, расширяем базу клиентов, и ваши покупки тоже будут входить в ваш доход. Скажите, пожалуйста, приобретая в любом другом магазине продукты личной гигиены или продукты здоровья, вам магазин платит за ваши покупки? Вот ответьте на вопрос. Вот вы приходите в магазин, имея дисконтную карточку, да? Если вы совершаете покупки, вам магазин платит какой-то доход за это? Или за то, что вы посоветовали своей подруге приобретать продукцию в этом магазине, и, скажем так, что здесь достаточно выгодные и цены, и предложения, платит ли вам любой другой магазин за это премии? Естественно, нет. В нашем интернет-магазине вы будете даже со своих покупок, которые вы приобретаете для своей семьи и родственников, получать доход. Точно так же обучаетесь, бесплатно обучаетесь. Есть, конечно, и платное обучение, но бесплатное обучение существует для тех, кто готов выйти на уровень дохода в $1000. А далее это будет уже ваше личное решение, будете ли вы получать платное обучение. И про обучение. Это будут вебинары в онлайн-режиме. Также вас будут поддерживать ваши наставники, лидеры нашего проекта. Обучение вы можете точно так же искать и самостоятельно. То есть, если вы что-то хотите новое узнать, интернет достаточно широкая база для самостоятельного обучения. И вы будете получать поддержку от компании, от вышестоящих лидеров нашего проекта до тех пор, пока не выйдете на доход $1000. И посмотрите на эту картинку, я немножечко вам ее расшифрую. Здесь вы видите копеечки, да, которые столбики постоянно растут, то есть доход здесь постоянно увеличивается. Почему здесь нарисован такой интересный листочек завещания? Потому что этот бизнес передается по наследству. И вы сможете передать все ваши наработанные труды вашим детям и внукам. Представьте, в обычной жизни, да, люди привыкли к стабильности. И работая на государственной работе или просто работа по найму в какой-то частной фирме, люди говорят, мне нужна стабильность, то есть стабильная зарплата. И к чему это все приводит? 2015 год. Стабильно $500. Ну, допустим, да, может быть, я много взяла, ну, давайте рассмотрим такую цифру, да, стабильно $500. Вот. Для России, может быть, это и нет, но для Беларуси это достаточно много, девчонки могут подтвердить. Вот. 2016 год – $500. 2017 год – $500. 2018 год – $500. То есть стабильно, правильно? Но цены ведь постоянно растут, постоянно меняются, и в компании происходит все совершенно иначе. Да, мы начинаем с маленьких доходов. Это может быть $50 дополнительно.
Потом это будет $100, потом 200, потом 300, потом 500. И 2017 год $1000, 2018 год $1500, 2019 год $2000 и так далее. Вот это постоянно растущая стабильность. Вот это стабильность. Это европейский уровень жизни. Это то, что предлагает вам наш бизнес-проект. Какие инструменты нужны нам для работы? Сайт. Сайт, который обеспечивает нам компания. У вас будет личный онлайн-кабинет. Круглосуточная онлайн-поддержка. Также есть сайты наших вышестоящих лидеров для обучения, для работы, для предложения. Также наши лидеры поддерживают вас в онлайн-режиме. Это Skype, Viber, телефонные переговоры. Если мы живем в разных городах, это нам не мешает, интернет работает повсюду. Также карьерный рост с доходом от $2000. Попробуйте себя в этом деле хотя бы в тестовом режиме, 3-4 месяца. И вы посмотрите, стоит ли вам продолжать. Что вы теряете? Ничего. Абсолютно ничего, потому что бизнес-проект онлайн не требует вложений. Итак, преимущества в нашем бизнесе. Свободный график. Введение из любой точки мира, потому что интернет работает повсюду. Круглосуточная поддержка. Ваш доход постоянно растет. Наработки далее передаете по наследству вашим детям и внукам. Вам не нужно платить за аренду офиса. Есть система обучения онлайн от компании и от наших лидеров. Есть система сопровождения онлайн всех партнеров с нуля до достижения доходов в $2000 и выше. Это преимущество работы в нашем онлайн-проекте. Итак, откуда у нас идет доход? За что же мы будем получать деньги? Мы приходим в онлайн-проект и начинаем приобретать для себя продукцию магазина с дисконтными скидками от 20 до 22%. А также скидки могут быть и выше в зависимости от предложения компании. И ваша семья меняете магазин. Меняете магазин и начинаете делать покупки личной гигиены в нашем онлайн-магазине. С этого вам будет начисляться доход от 20 до 22% и выше. Также вы продолжаете рекламировать онлайн-магазин, приглашаете сюда родственников, друзей, знакомых, соседей, а также, работая в интернете и в соцсетях, вы можете приглашать сюда же и абсолютно незнакомых людей. Точно так же, либо пользоваться с большими скидками уникальной качественной продукции, либо идти за вами в ногу и строить бизнес. У вас всегда будет ваш информационный спонсор, человек, который будет вас поддерживать на пути к достижению ваших уровней и ваших доходов. Итак, теперь посмотрим, сколько вы будете зарабатывать. Это третий вопрос, который интересует каждого человека, который приходит к нам в проект. Основа нашего проекта – это личное потребление. И от 3 до 4 месяцев активной работы в вашем интернет-магазине может насчитываться от 300 до 500 человек. Это в среднем. Теперь посмотрим, если каждый из этих 300 человек приобретет себе покупок на $20, ну, приблизительно, в среднем берем, да? Это будет товарооборот вашего интернет-магазина $6000. Умножим его на 22%, которые компания вам заплатит с вашего товарооборота. И это уже получается $1300. То есть, если вы будете прислушиваться к вашим вышестоящим лидерам, которые будут вас вести и поддерживать, то в течение 3-4 месяцев вы можете выйти на уровень дохода $1000. Вас устраивает такой доход? Давайте в онлайн-режиме в чате напишите, вас устраивает такой доход? Может быть, кто-то хочет больше? Может быть, кто-то не верит, что такие доходы существуют? Вы можете просчитать, и если каждый из этих людей купит на $5,
Возьмите, подставьте другую цифру, просчитайте, умножьте на 22%, вы получите другую цифру, вы узнаете, какой доход будет, если покупки будут осуществляться в более, скажем так, меньшем количестве. Вот. Это реальные возможности, которые предоставляет наш бизнес-проект. Итог. Давайте подведем итог. Вы владелец собственного бизнеса, потому что в этом бизнес-проекте вы работаете сами на себя. У вас нет начальника. Официальное оформление, договор безвозмездного оказания услуг. Наработанный доход предлагается по наследству вашим детям и внукам. Вы платите налоги государству, вы платите налоги фонд соцзащиты. То есть, таким образом вы работаете официально. У вас идет стаж, и вам в будущем будет начислена пенсия. То есть это важно для тех людей, которые беспокоятся за то, что если они уйдут в государственную работу, то они лишатся пенсии. Нет. Все это включено. Доход выплачиваться вам будет 17 раз в год на расчетный счет в банке. Интернет может помочь вам развивать свой бизнес, не выходя из дома. Это особенно важно для тех людей, которые сидят дома и не могут выйти на работу. Мамы в декрете. Люди с ограниченными возможностями. Люди, которые, в принципе, сидят без работы. И на сегодняшний день ситуация в стране такова, что таких людей очень много. И с чего бы начать, чтобы сделать? Вот вам шанс. Возьмите за него и начните действовать. Итак, всем, конечно, интересно, какой компании бренд мы продвигаем. Это солидная компания, которая 10 лет, уникальный продукт, международный уровень. Это бизнес 21 века, в котором работает 62 миллиона человек. Итак, как же это работает и что это за компания? Все мы прекрасно знаем компанию Reflame. Она работает сегодня по всему миру. И, может быть, кто-то сейчас скажет, что «Ой, это не мое, я сейчас уйду и не буду дальше слушать». Вот. Если такие люди есть, естественно, мы вас не задерживаем, но, дослушав до конца, возможно, ваше мнение изменится. Потому что на сегодняшний день мы развиваем бизнес-проект в таком ракурсе, что не нужно бегать с каталогами, не нужно предлагать навязываться или кого-то затягивать и втягивать. То есть мы даем информацию. Мы даем информацию в интернете и предлагаем людям реальный бизнес. Другой вопрос, воспользуются ли люди этим шансом или останутся дальше работать по найму. Так, мне немножечко подвисает, сейчас слайд переключится. Итак, что у нас с вами есть в начале пути? Это быстрый старт. У нас есть различные программы для новичков, различные подарки, различные премии. Также вы можете начать с того, что вы будете покупателем, покупателем продукции, пользоваться скидками в 20% от цен каталога. А также вы можете быть консультантом по красоте, обучаться приемам макияжа, приемам подбора косметических средств и консультировать ваших друзей и знакомых, как правильно ухаживать за собой. А также вы можете стать управленцем, бизнес-партнером компании, и вас ждут великолепные банкеты директоров. Что это такое? Это премии, это чествование, это признание, это отдых. Вот вы можете увидеть на фотографии, это реальные фотографии банкетов директоров нашей Белоруссии. Сразу говорю, вот в голубом платьице, да, это я. Я действительно директор компании Reflame, получила премию в $1000. И на сегодняшний день продолжаю развиваться в интернет-направлении. Поэтому все мои слова на сегодняшний день абсолютно не голословные. Вот вы можете увидеть это на фотографиях. Итак, что же дает вам директор компании Reflame?
это свой бизнес, свобода, лидерство, высокий доход, признание и путешествия. Это европейский стиль жизни. Это признание на масштабных мероприятиях в различных странах мира. Чеки, бонусы, специальные программы, чествования. Также у нас есть программа «Мой автомобиль», как я говорила. И выйдя на определенные доходы и на определенный уровень по лестнице успеха компании «Reflame», вы можете вот такой автомобиль приобрести в подарок. Также это путешествия в различные страны мира, на различные курорты. Это 8-9 дней отдыха за счет компании. Скажите, пожалуйста, там, где вы работаете на сегодняшний день, ваш работодатель давал ли вам бесплатную путевку хотя бы на 5 дней на лучшие курорты мира? В онлайн-режиме в чате ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Этим летом, точнее, этой осенью, нас ждет конференция в Болгарию. Даже не достигнув уровня директора, а просто став менеджером компании «Reflame» и выполнив определенные условия, можно поехать в Болгарию за счет компании. Итак, не убить в себе лень, мечты не достичь никогда. Я желаю вам успехов. Выбор всегда за вами. И сегодня вы можете обратиться к тому человеку, который вас пригласил на нашу сегодняшнюю презентацию, обсудить с ним вопросы работы в нашем бизнес-проекте и начать действовать. Пока я с вами прощаюсь, а тех людей, которые уже являются участниками,